Успех национальных проектов и программ в значительной степени зависит от эффективной работы регионов. Об этом заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, в предстоящие годы страна должна совершить настоящий прорыв, цель которого – реальные позитивные изменения в жизни каждого человека. И крайне важно наладить механизм обратной связи с территориями, чтобы сверять шаги власти с интересами людей. Именно региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль в решении конкретных практических задач по таким направлениям, как образование, здравоохранение, повышение доступности жилья, улучшение экологической ситуации, а также поддержка деловой активности, рост производительности труда, да и по многим другим направлениям. Все это, однако, не означает, что можно просто переложить ответственность на субъекты федерации, спустить им планы и показатели по разнарядке. Каждый субъект федерации должен видеть свое место в программах развития, четко понимать свои содержательные задачи. Какие ресурсы ему необходимо привлечь, как выстроить управленческие механизмы и свою бюджетную политику, на какую федеральную поддержку можно было бы опереться. Конечно, необходимо своевременно довести федеральное софинансирование до регионов и проконтролировать дальнейшее целевое использование этих средств. Президент подчеркнул, что проекты, которые сейчас обсуждаются, не федеральные, не региональные, а именно национальные. Это предполагает консолидацию усилий всех ветвей власти, представителей гражданского общества и бизнеса.